Здравия, дорогие друзья, вы на канале Тайна НЛО. Хочу вам кое-что-то интересное показать, но для начала попрошу вас сделать три удивительных действия. Это лайк, подписка и самое главное колокольчик. Для того, что вы сейчас увидите, и вы, кстати, увидели, но происходящее все сделано в одном месте, только в разных точках, можно сказать, ну не мира, но местоположения. Это Южный Китай. Что на самом деле мы с вами увидели, это необычное НЛО, которое скрывается в этих горных местностях. Но что самое интересное мы с вами увидим, то что эти НЛО никакие не дружелюбные. Они не только пугают людей, но они и нападают на местных жителей. Такие кадры есть, но сегодня для вас я это показывать не буду. А что именно, посмотрите сами. Это необычное явление, как дискообразный НЛО появился еще в 2019 году. Все очень просто и очень странно. НЛО скрывается в облаках. Люди привыкли видеть то, что это, скорее всего, Божья какая-то и необычное такое, можно сказать, благословение. На самом деле, космические НЛО, как и наш необычный мировой и необычное пространство, которое мы с вами обитаем, то это какая-то цель в будущем. Но говорят, НЛО и всем действиям, которые происходят у нас, им нужен ресурс. Неважно, какой ресурс, но они питаются нашими ресурсами. Для них самое ценное – это золото. Всем уже известно, что в египетских временах также были пришельцы и НЛО. Они поклонялись каким-то богам и отдавали пожертвования золота. И это не только в египетских временах. Посмотрите, ну а мы пойдем дальше. Сюжет, дорогие друзья, также Южный Китай. В горных необычных местах был замечен НЛО. Но что самое интересное, этот НЛО исчез в облаках, которые вы сейчас наблюдаете. Что на самом деле может быть, для чего наша планета, это всем известно. В этих горных местах есть какая-то необычная, прям притягивающая магнитом этих НЛО. Но вообще здесь, дорогие друзья, сами китайцы заметили, что в горах существует их база, а именно база, где видели даже необычным форматом. Конечно, много странного в этих местах есть, но с вами мы, дорогие друзья, можем только разгадывать их очень долго и необычно. Но как вы думаете, что за НЛО и почему оно скрылось в этом необычном тумане из облаков? Ну а дальше решать вам. Ну и последний видеосюжет, который я хочу вам показать, посмотрите. Последний видеосюжет также был сделан в этом месте. 2020 год. Это необычное было сделано еще в сентябре 13-го. Это НЛО, которое вы сейчас наблюдаете, зафиксировано было очень далеко
и, можно сказать, с Луны. Но что самое интересное, у этого необычного объекта были замечены какие-то яркие огни, которые просто-напросто нападали на местных жителей. Но как нападали? Они просто их выгоняли с этого места. Такие кадры есть и также существуют. Но опять, как мы с вами будем это необычное вообще решать? Я, честно, не могу опубликовать в этом месте множество странных явлений, которые скрываются в этом видеосюжете. Вам придется самим разгадать, а от вас только требуется одно. Досмотрите до конца и поставьте лайк, дорогие друзья. Что я мог, то я вам и рассказал.